Аплодисменты срывают сотрудники кинологической службы. Четвероногие. В два счета овчарка находит, в какой из десятка сумок спрятано оружие. Море ласки достается самой маленькой сотруднице полиции такси Милене. Она собака-биодетектор, трудится в лаборатории, сравнивает запахи следов человека. На службе 1,5 года, на ее счету более 30 экспертиз. Свободное от работы время Милена с удовольствием общается с детьми. Ее очень много снимают, она привыкла получать много внимания. Жесткошерстные таксы, они отличаются именно добротой, очень покладистый характер, и детей они очень любят. Полицейский квест-марафон «Пусть всегда буду я» – акция инклюзивная. Среди участников много детей с ограниченными возможностями здоровья. Но преград для них нет. Вместе с обычными детьми они отправляются в квест, выполняют задания на площадках. И здесь все равны. Попутно юное поколение знакомится с работой самарской полиции. Представлены практически все подразделения. Эти мероприятия мы проводим с целью просто показать, как живет самарская полиция в целом, посмотреть, как она работает, пропагандируем здоровый образ жизни. Ажиотаж на площадке, которой заведует спецназ. Все участники акции, и дети, и взрослые, могут примерить бронежилет весом 7 килограммов и вот такой штурмовой шлем, который тоже весит 7 с лишним килограммов. И прочувствовать на себе, насколько нелегка работа у сотрудников спецподразделений самарской полиции. Кульминация марафона – самое зрелищное действо, показательные выступления сотрудников отряда «Гром». Демонстрацию силы сменяет выставка творческая. В рисунках дети показали, какими видят самарских полицейских. Мне кажется, самарские полицейские, они очень такие сильные, смелые, бравые. Они могут защитить. Можно почувствовать себя в безопасности. Мальчишки долго не отходят от выставки мотоциклов и квадроциклов. Каждый хочет почувствовать себя байкером и посидеть за рулем железного коня. Брутальную выставку помогли организовать самарские мотоклубы. Пока детей не оторвать от техники, родители могут заняться делом полезным. Полицейские помогают зарегистрироваться на портале госуслуг или восстановить забытый пароль. Рассказывают о возможностях ресурса. В заключение праздника мотошоу и возможность покататься на тех самых квадроциклах. Марина Кравцова, Максим Гусев, события.